1967 год. Свою работу начинает Останкинская телебашня. И это событие выведет телевидение на новую высоту. Останкинская телебашня освещала новости. Она дарила праздник. Удивляла новым и вечным. Останкинская телебашня открыла для нас весь мир. Прошло 50 лет. Но, как и прежде, она трудолюбиво выполняет свою миссию. Сегодня, как и всегда, говорит и показывает Останкинская телебашня.